Друзья, давайте в этом ролике полюбуемся на японских макак, которые проживают в парке Львов Тайган. Здесь эти милахи хорошо себя чувствуют и, как и все обитатели Тайгана, прекрасно общаются с посетителями и принимают вкусняшки. Японские макаки – это вот какой малышок. Это самые северные обезьяны, в самых суровых условиях они живут, а потому и самые смышленые по наблюдениям специалистов, потому что трудности закаляют не только тело, но и заставляют мозг усиленно работать, как выживать в тяжелых условиях. И японские макаки с этой задачей справились прекрасно. Кстати, когда они сбегают из зоопарков, например, в Шотландии в этом году сбежал макак из зоопарка, и поймать его оказалось большой проблемой. Настолько они умны и хитры. Что ж, друзья, всем мира и добра. Пока-пока.